Уважаемые братья и сестры, сегодня в связи со сложившейся обстановкой в Дагестане и в мире общество находится в противоречивом состоянии. Кто-то впадает в панику, кто-то вовсе не верит в реальность происходящего. Муфтия Дагестана, врачи и все органы исполнительной власти ежедневно призывают жителей нашей республики к самоизоляции, а также к бережному отношению друг к другу и в первую очередь к самим себе. Мы приближаемся к священному месяцу Рамазан. Поэтому категорически настаиваем и призываем верующих Дагестана совершать все богослужения дома, включая таравих-намазы и богослужения, совершаемые в святые ночи. Не посещайте кладбища и места скопления людей. Для удобства населения в официальном аккаунте Муфтията Республики Дагестан в сети Instagram будет ежедневно транслироваться чтение священного Корана, а также различные проповеди. Также будут проводиться прямые эфиры, в ходе которых любой желающий сможет задать онлайн-режиме интересующий его вопрос. Вместе с тем сообщаем, что ориентировочно в этом году первый день месяца Рамазан выпадает на 25 апреля, а праздничный день Ураза-Байрам предварительно на 24 мая. Пусть Аллах поможет нам соблюдать все рекомендации богословов и врачей. Сегодня очень важно минимизировать все возможные контакты. Пусть Всевышний убережет нас от болезней, смут и бед.